Девочки, мальчики, всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал, с вами Маша. Сегодня у нас будет очередной шопинг-влог, а именно четвертый. Я знаю, вы очень любите такого формата видео. Мы, наверное, зайдем в промод, зайдем в резервет и еще в несколько магазинов, если у нас останется время. Надеюсь, вы получите удовольствие от этого видео. Кстати, на мне сегодня летнее платье, которое я уже показывала в своих новинках из магазина ASOS. И потом, когда мы будем уже в каком-нибудь магазине, я вам покажу, как я сегодня одета полностью. Все, продолжайте меня смотреть. Пришли. Сейчас я померю для вас три вещи. Так, сегодня я одета вот в моем белом платье, как я сказала, от ASOS. В моих розовых мюли. Моя сумочка. Сегодня у нас 33-35 градусов жары, поэтому в льняном платье будет очень хорошо. Так, первое платье, точнее такая туника, потому что здесь всего две пуговицы. Я вообще думала, оно будет короче. В общем, смотрите, прям почти до колена дошло, точнее до колена. Выглядит это вот так. Размер этот 36. Она очень легкая, думаю, на лето хорошо будет смотреться. Мне понравилось. Так, второе платье нежно-голубого цвета. Ой, тут просвечивает все. На море однозначно. Тридцать шестого размера не было, взяла 38. Посмотрите, кто-то оборвал, видимо, лямку и пуговицу. В общем, эти лямки с меня спадают. В общем, я их сниму. Материал очень мягкий. Во-вторых, просвечивает полностью. Для города это платье не подойдет. Ну, на отдых, в принципе, можно. Единственное, что вот как-то надо что-то с лямками сделать, либо их укорачивать. Потому что сзади всего одна пуговка, на которой они держатся. Так, последнее, третье платье. В размере S. Точнее, 36 размер. Стоит оно 21 евро. Но, должна сказать, как-то вот под мышками жмет сильно. Я бы взяла 38, то есть на размерчик больше где-то. По длине как-то вот так. Сзади сейчас покажу. Так.
Вот я искала, подножки нажму. Кстати, забыла сказать, предыдущее платье, вот это вот голубое, это 38 размер, как я уже сказала, и стоило оно 27,96 евро. Первое платье стоило, точнее, туника стоила 40 евро, 36 размер. Первый комплектик такой, по крайней мере, они висели вместе. Вот такая вот голубая, такой вот голубой топ. И вот такие вот шорточки. Шорты 36 размера, стоят они 20 евро. Достаточно свободно сидят. Вот такие вот крепления. Можно ее потуше сделать, мне в принципе достаточно, два кармашка. Сзади сидят вот так вот. Топ был только 38 размера, 36 не было, тоже стоит 20 евро. Сзади выглядит он вот так. Очень легкий. Очень приятный на ощупь. Сейчас я покажу, как на самом деле топ выглядит. Я его просто загнула туда. Я считала, что это, раз они висят вместе, то это должен быть комплект. Но поскольку вот у шорт вот такие вот здесь отворотики, то вместе с этим топом это будет смотреться, конечно же, отвратительно. Здесь будет топорщица, будет создаться впечатление, что ваш живот. Поэтому я его заправила вовнутрь джинсы, шорты. Как здесь душно. Ну, в общем, как-то так. Вот такое вот белое платье, 36 размер, стоит оно 40 евро. Не очень ярко, хотя это натуральный топ. Я думаю, вот для моря, когда вы находитесь на берегу, ветерок обдувает вас, тогда неплохо. Для города, мне кажется, не для такой жары, градусов на 25 оптимально. Так, Санти будет вот такой фон. Еще платье красивое. Мне очень нравится, как оно сидит. Размер мне оно подошло, 36. Вот здесь вот. Вот. Так,
Ну что, следующее, предпоследнее, такое зеленое красивое платье. Значит, подкладка идет только до сюда. Вот такая вот длинная. Спереди оно немного короче, чем сзади. Полностью спина открыта, очень красиво смотрится. Если брать бюстгальтер, то будет вообще супер. Здесь, в принципе, отпечатывается тоже не очень красиво. На лето шикарно. Море, пляж, отдых, вообще отлично. Так, я забыла сказать, это размер S и стоит оно 35 евро. Последнее платье, вот такое розовое. Я бы не сказала, что оно жутко яркое, но такое что-то среднее между розовым и таким вот пинк или фуксия, что-то такое. Красивый цвет. Оно из хлопка. Летом мне будет не жарко. Но опять же, значит, это 38 размер. Сейчас это платье идет с скидкой, стоит оно 20 евро. Кстати, выглядит вот так. Сзади завязывается бант. Соберу. Вот как выглядит оно. Сюда. Вблизи. Оно мне велико. Здесь однозначно нужен 36, которого не было. Как-то вот так вот. Даже походу зеркалком повернуть, чтобы надеюсь, что-то увидеть. Если вот так вот это выглядит. В общем-то все. Ну что, мои дорогие, наш шопинг-влог на этом закончился. Я надеюсь, вам понравилось сегодняшнее видео. Если да, то ставьте лайки, продолжайте меня смотреть дальше и подписывайтесь обязательно на мой канал, кто не подписан. Всем большое спасибо и пока-пока, всех целую!